Детка, почему ты плачешь? Хочу вести. А чего? Ты же кошка, ты понимаешь это, нет? Ты понимаешь, что ты кошка? Нет? Не, или ты... У тебя есть, ну, осознание вообще этого понятия? Мяу, ебать. Ну, кусай, на. О, нет. О, нет. Что это делаешь? Понятно. Объебалась опять. Я понял. Ну ничего, у нас тут в трэп-доме все торчки. Блядь! Ты чё нахуй? Мы тебя как завтра утопим, блядь. В бассейне. Привет, ребята. Давайте общаться с вами. Вы же мои любимые подписчики. Меня, короче, второй день уже хуячит какое-то успокоительное, которое должно... В общем, смотрите, глаза в разные стороны. Я прохожу, или проходил, или прошел... В общем, неважно, в каком времени я употребляю этот глагол, но я прошел курс восстановления, реабилитация. В общем, день Кадиллака очень долгий. Затянулся на... Почти 40 дней, это как вот после смерти из человека через 40 дней душа вылетает. Так вот день Кадиллака вышел. Ой, блядь, Кадиллак вышел, а через 40 дней из меня душа вылетела нахуй. И в общем, ну привет, ебать. Она тоже проходила курс. Я потихоньку восстанавливаюсь, возвращаюсь к трезвой жизни, к радостям обычного бытия, без алкоголя и прочих приколов. Привет, кошка! Кошка, блядь, привет! А еще мне кажется, что у меня на нее аллергия, потому что дома у меня течет нос, пиздец. Видите? Этот колодец. Видите этот колодец? Ты где там? Ты видишь это? Ты видишь это? Эй. Кошка, смотри. Смотри сюда. Смотри сюда. Видишь это? Знаешь, что это? Это доказательство твоей вербальной нищеты. А остальные все пиздец тупые. И кто будет эфир пересматривать, вы тоже не тупые. А вот все остальные 5 миллионов пиздец тупые. Вы только им не говорите. Секунду. Ужас. Так вот, второй день уже мажет пиздец. И спать постоянно хочу. А... Что? Мяу-мяу-мяу. Ха-ха-ха!
Я еще на днях загнался, что у меня корона. Потому что мне казалось, что мне дышать больно там, типа, и вот эта вот вся хуйня. И потому что многие очень из окружения заболели. Но я вчера сгонял на КТ. КТ это не в смысле контртеррористы, а это компьютерная томография легких, ебать. Смотрите, блядь, как я жирую, а? Ах уж эти дети чиновников, блядь. На вкус как деньги, блядь. Так вот. Я сгонял на КТ. В итоге у меня коронавируса нет. Так что ха-ха-ха, пососите, буду жить еще и выпускать музыку свою. Охуенную, все ее будут слушать вокруг, и вы будете выбеситься. Опа. Ну, привет. Ну, залезай давай. Жопа. Ты же кошка, блядь. М? Кошка, блядь. Завтра как отдадим тебе нахуй? Анализы придут мои на аллергию. Ох, охуеешь. О чем я говорил? А, нету короны, короче, у меня. Сосите хуй. И что хочу сказать, коронавирус, он в натуре есть, оказывается. Я думал, это все обман и прикол, а нет. У меня недавно тоже близкий чел очень заболел. Причем заболел как? Блядь, кошка, видишь, блядь, это вот из-за тебя все нахуй. Вот из-за тебя, блядь. Да нет, там уже ничего нет. Больше в носу нету ничего. Только сопли остались. Так что не надо. Вот. И... Короче, он сделал 3 теста, все отрицательные, пошел на КТ, и на КТ выявили. Поэтому все эти тесты – это залупа конская, но сама эта штука существует, и выявляется на КТ она. Так что вот, чувствуйте себя ебаны, сходите на КТ, тесты не делайте, это все залупа, чтобы бабки на вас заработать. Голова заболела, пиздец. Чего? Чего? Хочешь кому-нибудь из подписчиков, правильно я понимаю? Конкурс на giveaway на кошку. Все, завтра стартует мой именной гив. Спонсоры, пишите. Будем разыгрывать кошку. Зачем ты накрасил ногти? Иди в пизду. Ты скоро умрешь. Иди в пизду. Еще комментарии. Дай бабок. Иди в пизду. А что ты? Ебать. Понятно. Сразу видно, да, кошка. Мамашкинкерка, блядь. Мусорка хранится. Давай сниппет. Иди в пизду. Да. Мои любимые подписчики. Моя любимая аудитория. Как же я вас обожаю. Все благодаря вам. Без вас бы нихуя у меня не было. Если бы не вы, у меня не было бы этой охуенной кошки, да? Спасибо, подписчики. Смотрите, какая. Если бы не вы, не было. Не было бы у меня роллов вот этих, если бы не вы. И огурцов соленых, вот это я вообще обожаю. Спасибо, подписчики, блять, за огурцы. Ну и за кошку тоже. Не хочешь купить себе гелик? Иди в пизду. Ладно, ну чё вы, я же на самом деле, блин, ужас какой, смотрите.
что с кожей стало? До дня Кадиллака я же был такой красивый, а сейчас опухший, прыщавый. Вот наглядное вам это. Что? Ну, короче, здоровый образ жизни – классная штука. Я вот сейчас как вернусь к нему, ух, будет и буду красивый опять. Но мне не обязательно быть красивым, я и так могу любую женщину отъебать. Потому что я кто? Моргенштерн, нахуй. Ну нихуя себе. Не, погоди, это уже все. Это уже, ты что-то уже, блядь, слишком в себя поверила. У тебя девушка есть. Чуваки, это так не работает. Мы с Диларой друг друга любим, но без условностей, понимаете, и без обязанностей. Это вы привыкли любовь клеймить отношениями. Но это все хуйня. Это в вашем человеческом мире так работает. В нашем мире сверхлюдей, я называю это мир Моргенштерном, мир сверхлюдей, здесь так, наверное, не работает. Здесь ваши человеческие правила не работают. Сиамская. Нет, это не сиамская, это уебанская кошка. Купи BMW i8. Зачем? Чтобы повторять за Лехой, быть как Леха? Нет, я буду собой. Я куплю себе, блядь. Ты можешь вести себя нормально, нет? Ты себя можешь нормально вести? Ты меня позоришь перед подписчиками. Ты позоришь меня. Ты понимаешь, какого статуса я человек? Какой величины? Ты понимаешь? Ты можешь себя нормально вести, как взрослая, нахуй, кошка. Так. Извиняюсь за эту хуйню. Еще раз сделаю. Так. Так, подписчики. Подписчики управляют моей жизнью. Да ёб твою мать. Итак, дорогие подписчики, сейчас вы решите, какой огурец мне съесть. Правый или левый? Давайте, погнали. Ну что ж, какой кушать? Правый или левый? Какой, как думаете, правый или левый? Поешь говна, говорят. Ну, в таком случае закрываем огурцы. Но они нам нахуй больше не нужны. Вот, кстати, холодильник снова зожный. Тут брокколи, хуёкколи, вот это вот. Руккола, блядь, ебать. Персики, ягоды, огурцы. Никакого говнища. Возвращаемся к ПП, здоровому питанию, трезвой жизни. Сейчас надо хвостик, что-то сделать с хвостиком. А, распущу. Ну, какая распущенная какой, а? Вот какой я, негодяй. Бэтбой, плохой подросток, родители не понимают меня. Ах уж эти предки, блин, достали совсем. Ой, буду курить на балконе и смотреть на город. И никто меня не понимает. Вруби айс. Вы заебали давать название моим трекам сами, блядь. Этот трек называется нихуя не Ice. Я не буду говорить, как он называется.
Но... Ай, голова болит, блядь. Ни один, ни... Ни одно из названий в интернете сейчас не... Неправильно. Более того... Я, честно, не знаю, бля, как голова болит, сука. Вот цените меня, подписчики. Я сквозь боль буду вам сейчас это все говорить и рассказывать. Сквозь боль, нахуй. Или, может, просто таблетку выпить? Короче, что касается этого трека, который опять, кстати, разъебал нахуй ТикТок до релиза, как это было с Кадиллаком. Приятно, кстати, спасибо. Знать до релиза, что трек уже станет хитом, это приятно. Так, а есть... О, таблетка. Вот. Блять, и это... Но... В чем, короче, фишка этого трека? Почему он опять будет выходить очень долго? Наверное, опять будет через только через 2 года он выйдет. Потому что там, короче, там запрыгнул, там на фите ебанутый чел. Ну, типа, вот прям... Вот мой левел, да? Мой левел. А вот этот чел, ну я даже, ну, я не могу себе позволить сказать, что он круче меня, что никого нет круче меня, нахуй, вы это знаете. Но, ну вот он, вот на том же левле, давайте так скажем. Вот, ну пиздец, что за чувак. Я сейчас, главное, чтобы все срослось, все классно в итоге сложилось. И тогда вы охуеете. Просто эфир. Ничего не буду вам... Не надо отгадывать в комментариях. Я ничего вам не скажу. Русский, не русский, тоже не скажу. А что ж ты за тварь такая? Пиздец. Не получается эфир на улице вести. Какая вам разница, какие сигареты я курю? Вы что, хотите, блядь, быть такими же крутыми и курить такие же сигареты? Курить вообще хуйня ебаная. Сигареты говнище. Курят долбоебы. Эй, айс, цепь на мне, это айс, лед. Все, пока. Голова, пока, ребята.